Дети из Донбасса побывали в музее истории МВД. Для них подготовили познавательную программу. Рассказали о ключевых этапах становления и развития органов правопорядка в Северной Осетии, нормах права Древней Алании и познакомили с ценными раритетами и историей становления полиции. Каждый мог подробно рассмотреть экспонаты, стенды с историческими документами, фотографии, восковые фигуры и оружие. Экскурсию организовало Лагирское местное отделение партии «Единая Россия». Когда мы их увидели по приезду в Томиск, и вот сколько прошло времени, так много, но это абсолютно уже другие, взгляд абсолютно другой, глаза стали более живыми. Но это работа не одного дня, даже очень много понадобится времени, чтобы они пришли в себя. Ну и со своей стороны мы будем способствовать этому. С самого детства, с 5 класса, хотел быть военным. Как раз я иду к этой цели, и в этом году я буду поступать в военную академию в России. Также мне очень нравится эта экскурсия. Я очень много чего узнал, того, чего не знал. Больше всего впечатлило аланские картины. Я такие никогда не видел. В нашем городе, конечно, есть военные музеи, но прям настолько вряд ли. Но мне очень нравятся ваши картины. Они очень красивые.